Итак, как на таком скутере включить или отключить сигнализацию? Для того, чтобы включить сигнализацию, нужно под рулевую колонку засовываем ключ и проворачиваем, включая, выключая, включая, выключая. После того, как прозвучал такой сигнал, вынимаем ключ, и сигнализация включена. Ну и отключается она следующим образом. Так. Для отключения включаем. Не отключилось. Вот теперь отключилось, то есть тройное включение, выключение. Ну так аппарат веселый. Делаем назад, вперед. Здесь меняется скорость. Здесь работает аварийка. Но самое прикольное то, что можно сделать следующее при диагностике. То есть, допустим, при диагностике очень сильно помогает. Тут включили. Сейчас у нас магнитный тормоз отключен. Включаем дудку, ну и ждем. Вот мерцание идет. Сейчас 3-2. 3-2. 3-2. Вот этот звуковой сигнал помогает определить неисправность при диагностике. Есть список неисправностей. Ну и вот так вот он определяется. Потому что не всегда можно адекватно посчитать, сколько раз моргнуло, но на слух очень хорошо слышно, сколько раз пикнуло.